Всем привет! Вот хочу вам показать, что у нас тут в Питере творится в моем маленьком городке вечерком. Решили мы пройтись по городу. Приехали мои друзья из турфирмы «Ларуся». И поэтому просто решили пройтись по городу. Вот мы прошлись Дворцовой. Сейчас уже на набережной. Просто хочу вам показать несколько фотографий, какие-то виды, которые у нас в Петербурге. Как раз солнце заходило, время было, между прочим. Я посмотрел, где-то 21 час, 21.15, 21.30. То есть практически, когда я закончил этот репортаж снимать, уже было 10 часов вечера. Вот солнышко заходит. Народа просто огромное количество, все гуляют, погода была хорошая, это было вчера вечером, 18 июля, вот, тепло, ну, немножко был такой ветерок, но было тепло, нормально, хорошо, вот, очень много было пароходиков, катеров, на них катались люди, это было видно, все были довольны, слышался смех, ну, так, знаете, вот, просто хорошее время в городе, когда можно отдохнуть, просто побродить по набережной, посмотреть. Вот люди здесь сидят около зимней канавки, просто сидят, потому что здорово сидеть и смотреть на проплывающие катера, трамвайчики, которые здесь ходят. Действительно здорово и интересно. Дети гуляют вместе с родителями. Ну, мой город. Я вот давно уже не был вечером. Вот сейчас вышел, получил такой бодрый, огромный заряд. Думаю, как все-таки красив наш город. Мой городок. Петербург. Питер. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Вот просто решил вам показать. Такая маленькая зарисовочка о моем городе. Вдруг будете у нас в городе. И вдруг будет хорошая погода. Потому что я сейчас смотрю за окно. Вот, что-то куксится погода. Хмурится. А сейчас позвонили из пригорода и говорят, что уже в районе Приозерска идет сплошной ливень. Ну, нам тоже сейчас обещали ливень. Ну, вдруг приедете в город, а у нас оба хорошая погода. И нету дождя, и вообще тепло, все хорошо. Сразу все бросайте, вечерком бегите срочно на набережную. Как раз напротив нашей Петропавловской крепости, там можно походить, посидеть у зимней канавки, просто посмотреть. А вот здесь, видите, салют идет. Кто-то салют пускает. Здорово же ведь. Так ходишь, пап, и салют. Ну вот, собственно говоря, все, что хотел сказать. Просто показал вечерний город. Эти съемки были около 22 часов вечера. Все, всем пока. До свидания. До свидания. Бай-бай. До встречи.